сейчас уже 12 час дня. Это Михайловский замок. Там дальше будет летний сад. Кстати, сегодня четверг. Там вот мужик какой-то спит за кустами. Так, я наушник сейчас высыпаю. Во. Ну, я снимал, наверное, лет пару лет назад, наверное. Фух, жара, еще вроде осень была. Вот туда можно во двор пройти. Я также во дворе снимал. Там зеркала раньше были, сейчас я не знаю. Зеркала там искусство якобы. Помимо зеркал там были железные фигуры с названиями определенных там. Никого на что фантазии хватит. Империя. Вот есть такая истина, насколько мне известно, если всадник сидит на коне, и у коня лапа поднята, значит, хозяин этого коня погиб в бою, либо умер не своей смертью. Если у коня лапы обе, ну, все четыре на земле, значит, он умер своей смертью. Видимо, какие-то высокие люди что-то терли подковы и копыта. Заняться нечем. Так, это со стороны летнего сада музыка звучит. Там полиция сидит. Футбол же какой-то чемпионат. Фух, жарко уже, уже вспотелось. Логика, то есть... ВПСники тоже сидят, мучаются, как и ворона. Прилетевшего Серафимовского кладбища. Дедушка уже разделся по пояс. Показывать увеличивать не будем. Там кто-то спит или еще не проснулся. Вот такая вот оперативная установка. Фух. Но все равно сегодня похолоднее, чем вчера. Там, кстати, недалеко находится Спас на Крови. Сейчас-то туда я немного передохну, покурю и пойду. Там вот туристический автобус, я не хочу в кадр брать. Человек, скорее всего, поддатый. Без похмелья после ночи. Ну все. Что-то на пакете написано.